Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zomba Buster. Поехали. У нас с вами станция метро. Стадия 49 будет последняя, наверное. Ну, а мы начинаем с 43. Так, что у нас там по ресурсам? Все плохо. По гаджетам. Так, 47 тысяч. Я думаю, что деньги нам пригодятся все-таки на другое дело. Ну, ты понял, да? Мы будем с тобой покупать энергию, скорее всего. Ну, и поехали. Вперед. Сразу приобретем с тобой вот этот вот билетик, да, набор энергии. И все, больше пока ни на что не хватает. Оставляем шипы, адреналин и перчатку Таноса. Вот так вот. Команду, я думаю, наверное, оставим такую. Наверное, новые зомби здесь появятся. Мы где-то с тобой типа в подвале. Ну да, станция метро, поэтому подвал. Ох, ё, смотри. Неужели сейчас откроются и отсюда повалят зомби? Оу, тихо. Кто такой-то вообще парень? Артист, он бронированный. Мы все с ними знакомы. Я лично не знаком, это какой-то клоун. Так, а это просто артист. То есть есть бронированный и не бронированный, да? Давай приступим, наверное, так. Ой, они со всех... Они, ребят, со всех щелей поперли. И так много их. Так, погоди секунду, давай, наверное, уничтожителя плоти поставим сюда. Окей. Оу, а наверху-то, смотри, кто... Блин, вот придется теперь тратить билетик. Сюда, вот так, наверное, ставить. Есть, молодец, жнец, просто с удара снес, круто. Да, усложнили мне тут работенку. Куда ты полетел? Ну куда ты полетел, а? Ханорик. Блин, давай сюда вот этого поставим, потому что он будет уничтожать броню. Окей, как-то вот так вот мы будем с тобой играть. Зашибись, конечно, круто. Придумали, задумка неплохая, ребята, то что сюда прибывает метро, да, открывает двери и прут отсюда всякие виды зомби. Вот так вот мы сделаем с тобой. Ну, расслабляться, сам понимаешь, рано. Давай, наверное, снайпершу еще сюда поставим с тобой. Слушай, ну жнец, вот как бы ему шанс бы повысить. Вот не знаю, как это сделать, но было бы круто. На уничтожение сразу же. О, тут кто? Еще этот пришелец летит. Господи, который будет призывать. Не успел никого призвать здесь. Так, уничтожитель плоти стоит. Вроде бы все пока под контролем. Не понял, кто у нас там в броне. А, это вояка этот. Так, ладно. Смотрим, ребят. Нужно здесь, скорее всего, кого-то нам поставить. И я, в принципе, знаю кого. Вот так вот мы с тобой сделаем. Первый уровень уже такой сложный. А зомби появляется из поезда. Угу. Последняя волна. Ну ладно, давай смотреть. Нам бы ценник как-то бы понизить на наши снайперши, да? Так, что тут у нас? Ох! Пошла армада. Сюда, кстати, тоже неплохо было бы поставить уничтожителя плоти, кстати. Вот здесь вот. Да? Ну, как вариант. Хотя мы можем менять местами. Но это пока. Так, здесь мы сделаем таким вот образом. Давай, наверное, вот так сделаем. Просто эти бронявые чуваки меня, если честно, напрягают. Куда вы разогнались, дорогушечки, а? Оу. Есть. Нифига, ребята, это опасно, когда этот чудик бежит. Мелкий-то. Смотри, он очень быстрый. Плюс он бронированный. Об этом не стоит забывать. Так, давай жнеца сюда поставим. Это последний юнит. Слушай, сейчас же этот побежит. Есть контакт. Фух. Ну что, победа. Генерала мы с тобой получаем. Денег неплохо нам надавали. Угу. И значки. Надо будет, наверное, сделать... Так, давай гаджеты посмотрим. Нет, не буду я ничего здесь покупать. По ресурсам как у нас? Ага. Скоростной лифт. Так, мина.
вот этого я не могу понять, ребят. Снижает время перезарядки мины. Мина, которая стоит возле двери, да? Но я что-то не заметил, чтобы как-то она заново появлялась. Может быть, количество очков здоровья повысить? Нет, давай, наверное, лифт будем прокачивать с собой. Мы часто с тобой меняем местами, да? Наших бойцов с места на место. Я думаю, что от этого будет больше толку. И, естественно, покупаем с тобой сразу же... О! Два набора энергии возьмем с тобой. Так, и теперь я хотел заняться настройкой. Подожди. Заняться настройкой, говорю. Так, жнец. Давай мы снимем и экипируем его по полной программе. То же самое сделаем. Ага. Ну да, в принципе, ребята, на нем главное, чтобы он дешевле стоил, да? Сколько он будет? 180. Это уже хорошо, 180. То есть мы его можем быстро. И в то же время нам нужно с тобой время отката, чтобы он быстро восстанавливался. У нас в данный момент 51 секунда. Почти минуту приходится ждать. Так, а если мы здесь? Ну, снайперша, да. Лучше всего дамаг. Ну и в то же время хотелось бы, чтобы она дешевле стоила. Но, понимаешь, почему-то вот ставят именно на урон ей. Вот этот вот, конечно, наверное, хорош парень, но... Снять, экипировать. Ох ты. Хм. Даже как-то и не знаю. Хотелось бы взять-то его. Так, а если мы здесь снимем, экипируем? То же самое, да, практически все сделали. Ладно. Ладно, ребята, будем сейчас смотреть. А, тут уже двери появились. Ха. Вот тебе и веселуха. Так, почему-то, смотри, зеленые есть метро и оранжевые. В чем прикол? Адаюбе. Понял, кажется, в чем прикол, ребята. Эть. Блин. Броню надо сбивать. Давай, родные мои. Ох, тут еще и доктор появился. Доктор кислых щей. Че я сделал? О, ребят, ну если я так буду дальше делать, то далеко уйдем. Взял, потратил аптечку. Зачем? Просто поспешил. Надо же было энергию восстановить, а не аптечку. Да, сглупил. Так, уничтожитель плоти. А что? Они что, в броне, что ли? А, они же в маске. Срочно, давай. Отлично, должны успеть пробить. Так, наверное, вот так вот поставим, да? Блин, как всегда, ворота закрыли. Перед воротами, конечно, лучше вот так вот делать, шипы ставить. А что он... А, остановился, мы его застанили. И, наверное, вот сюда. Давай так сделаем. Во, почистили. Уничтожитель уничтожает. Так, здесь не хватает нам нашего агента. На самом деле, лучше вот этого ставить. Вот так вот. Так, тут еще этот сейчас мелкий побежит же, да? Блин, без уничтожителя плоти. Неужели пробежит этот мелкий? Нет. Нет, ребята, не получилось у него. Хотел сигануть, но не тут-то было. Давай вот так. Ах ты! Тогда вот. Да что ты будешь. Они везде, ребят. Они везде появились. Нам нужно с тобой вот этот этаж быстренько как-то заставить. Кем? Ну давай поставим, наверное. Нет. Поставим снайпершу. Пускай она тут пока бомбит. Под адреналином, естественно, ребят. Воу, там бегуньи. Черлидерши эти бегут. Блин, она не справляется одна. Так вот ей, как говорится, в помощь. И вот здесь бы нам тоже поменять. Вот так вот сделаем. Так, больше гаранта, да, что мы здесь разберемся и справимся. Вот сюда поставим уничтожителя брони. И шипики вот сюда поставим. Ну что, ребят, последняя волна. Не расслабляемся. Энергия потихоньку копится.
Так, броневики у нас стоят. Критовики стоят. Уничтожители есть. Бумс минус доктор. Перчаточки, если что, у нас с тобой есть. Вот сюда вот снайпера можно поставить. Кстати, было бы неплохо, да? Вот самое опасное, когда, ребят, закрываются ворота. И зомби стоят, просто копятся на этой точке. Ну-ка, если я так сделаю. Воу-воу-воу, зачем я так сделал? Ворота же были закрыты. Глупость, глупость я сделал сейчас несусветную. Просто весь баф мы с тобой простреляли в стену. Замечательно. Лучше и быть не могло. Давай срочно шипы сюда. Вот, смотри, видишь, они копятся. И сейчас вот эта вся шарага побежит под ускорением, плюс тут медик еще накопился. Вот так вот, чтобы немножко хотя бы разрядить. Так, а здесь есть броневик, да? Который броню, это агент у нас, сносит броню. Все отлично, ребята, и здесь тоже все великолепно. Да, этот уровень у нас, получается, будет пройден. Отлично, мне нравится, как у нас все это дело обстоит. Хорошо, что этот чудик броню вешает, но на себя не вешает. Готов, хламон. Фух, победа. Ну тут я, конечно, с аптечки, да, лопухнулся. Не поспоришь. Так, 44, почти 45 тысяч мы с тобой заработали. Оу. 8 энергии, такого раньше не давали нам. Значка. Так, ну что, прокачаем. Вот так вот и вот так. Отлично, ребята. Так, перезарядка у нас с тобой на 30% идет. Лифт на 3,6 секунды. Вот так вот. 3.12. Замечательно. Ну что, поехали. Стадия 45 у нас. Хотелось бы, конечно, мы с вами потенциал всех юнитов не спробовали. Например, вот этого я особо сильно не юзал. Этот у нас всего один раз поучаствовал, да, в боях. Также огнебой и солдат Арктик. А Леди Баг так вообще, ребят, практически и не участвовал вообще в боях у нас. Ну что, приобретаем с тобой два наборчика, да? Итого у нас 3. Шикарно. Тут уже ускорение еще дают, но нет ворот. Кого сейчас тут выпустят? Смотрим. Понятно. Так, нам нужно с тобой поставить, наверное, сюда агента и ко всему прочему. Можно уничтожить... Оу-оу-оу-оу, тихо-тихо-тихо. Твою ж налево, блин, этого халабуды только мне не хватало. Так, стопы. Стопы. Давай так сделаем, наверное, с тобой, да? О, выручай, братан, выручай, видишь, идут. Блин, а наверху-то этот еще халабуда идет. Срочно сюда перемещаемся. Блин, бегун, ты достал. Давай вот так вот поставим. А что он делает, я забыл. А, он становится невидимым. Ага, я вспомнил. Причем в невидимости мы его не можем никак подбить. Ладно, давай, наверное, потратим с тобой билетики. Наборы, да, эти? Так, и выставляем. Если я поставлю сюда снайпершу, например, и... Да, вот так будет идеально. Бегун. Бегун там бежит у нас. Так. Два амбала, друзья мои. Два амбала внизу. Вот так вот, наверное, нам придется с тобой поменять. И сделать ускорение. Стопы. Куда разогнался? Он на этой дорожке бежит как чумовой. Вот что я тебе хочу сказать. Просто как чумовой чешет. Блин, только не надо врубать невидимость, а? Фу, мы его убили. Так, вот тут-то что происходит? Подобьем мы его, а? Он, кстати, даже на этой дорожке не так уж быстро двигается. А вот бегун, который бежит, действительно, там прям чувствуется скорость офигенная у него. Уничтожителя плоти, может быть, сюда поставить, а? Или вот сюда его лучше? Нет, вот сюда, скорее всего. Или вот сюда. Так, ставим шипы везде, где можем. Так, окей.
есть, срабатывает шанс у этого. Смотри, он бабахает вообще великолепно. Опа. А если так? Есть контакт, ребята. Стоп, 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 стоп. Бежит, бежит, бежит голодранец. Какой же он шустрый, быстрый, а? Давай еще шипы сюда влепим. Ну, я тебе скажу, что здесь мы тоже с тобой отбились. И это великолепно. Сюда все-таки нужно ставить уничтожителя. Вот этого паренька надо ставить сюда. Именно в этот отряд. Или снайпера. Но я думаю, что все-таки лучше... Вот так я сделаю сейчас. Пока. А вот здесь нам не хватает кого? А, нет, тут есть, ребята. Парень, который сносит броню. Тут снайпер, если что, еще прикрывает. А если я... Там бегун чешет. Так, вижу, вижу, ребята, что нам нужно сделать. Видишь, амбал идет. Давай вот так вот. Активируем. Ну куда ты бежишь-то, сломя голову? А здесь вот таким вот образом сделаем. По идее, должно все сработать. Блин, давай так, наверное, тогда сделаем, что ли. Раз идут они в броне, да? Сейчас невидимку врубит, и все, ребята. И все, ну нам дают шанс хотя бы на того подбить. Ну-ка, перчатку, перчатку. Есть. Разобрали. Фух, ну что же, отлично, ребята. Перфекционист 3. 46 тысяч заработал. Хм. Генерал, очень даже неплохо. Так, ребятушки, мы еще и награды здесь получили. Опа. Смотри. Это кто еще такой у нас? Пулеметчик, солдат из 80-х. Со своим легендарным пулеметом. Вперед, парень. Сколько? 350 энергии. Да неужели ты такой хорош, что ты так дорого стоишь? 350 энергии. Ребят, я только на это надеюсь, что он действительно хорош. Так. Прокачаем, да, с тобой? Вот так вот. Перезарядку лифта. Надо, конечно... Слушай, а где у нас гаджеты? Вот они, да? У нас все прокачано. Окей. Отряд. Да, ребята, вот он последний. Урон 5 из 5. Слушай, ну может быть он, я даже не знаю, может быть он 5 из 5, но стреляет как сумасшедший. Надо смотреть, надо тестировать его как-то. Во-первых, нужно настроить. Так, где он? Вот. Экипировать. Сколько он стал стоить? 273. Хе, урон все равно остался 5 из 5, хотя у него на 14% урона. Не знаю, ребята. Скорость 0.15. Так если его брать, вместо кого? Вместо жнеца рискнуть взять его? Или же... Давай вместо жнеца пока попробуем его взять. Не знаю, что-то я, конечно, сомневаюсь очень сильно в его потенциале. Будем смотреть. Будем смотреть. Так. Подожди, нет, я не это хотел сделать. Я хотел настройку сделать. Снять, экипировать. То же самое надо сделать вот здесь вот. Потому что мы с тобой там кучу всяких ништяков получили. И... Вот так. Хм. А здесь все сделано. Ну, вроде бы и все пока, да? Ну что, ребята, стартуем. Смотрим, что здесь у нас выйдет. Так, куда бы его... Ну, давай вот для пробы просто поставим и посмотрим, как он работает. Он дорогой юнит. Но... Слушай, ну он... Блин! Немножко не то. Ну, если честно, я немножко другого ожидал.
Я немножко другого ждал. Броню он сносит. Опа, а это еще что за шитик? Шаман. Единственный зомби, который знает, как воскрешать павших зомби. Ты сейчас серьезно вот это вот? Да ну-ка. Он стреляет хорошо, ребят, но почему-то только по броне. Он броню нормально уничтожает. А вот именно плоть очень плохо. Поэтому делаем вывод, что его лучше ставить вот с уничтожителем. Да, с уничтожителем надо его влеплять. Так, у нас свой один последний билетик. Что-то как-то мне не хочется его, честно говоря, тратить. Но стреляет он быстро. Если... Я не знаю, почему, ребята, у него не прокачивается. Оу-оу-оу-оу. Почему у него не прокачивается урон? Хотелось бы именно. Так. Пёся, успокойся, пожалуйста. Блин, этот шаман еще надо его как-то нахлобучить. Есть контакт. Так, ну-ка, если мы еще одного влепим. И вот так вот. Да куда ты переместил-то? А, ну лифт у нас, слава богу, очень быстро откатывается. И это классно, ребята. Кого он там воскрешает? Пойму я. Кого-то пытается воскрешить. Слушай, ну... Ну нет, нормальный, в принципе, мужик. Нормальный мужик, ребята. Только вот, наверное, вот этот вот здесь не в тему. Верно? Потому что у нас вот этот неплохо уничтожает броню. Зачем я тогда поставил? Нет, надо его убирать отсюда. И ставить кого-нибудь другого. То есть сразу отпадает агент, да, вместе вот с этим мужиком. Агент и уничтожитель брони. Потому что этот своим пулеметом просто сносит любую броню за буквально за секунды. Так что делай выводы. Вон, видишь, как он сносит. Плюс он наносит больше урона, например, чем тот же самый агент. Так, давай снайпер. Секунду, секунду, секунду. Давай-ка вот так, наверное, поменяем с тобой. Опс. Да, он все-таки лучше, ребята. Вот этот стрелок лучше, чем агент и уничтожитель брони. Я лично в этом уже убедился. Так, а здесь сейчас Ханорик же побежит, да? Вот таким вот образом мы его сносим. Меняем здесь. Ну да, вот ему бы еще бы урон повысить, вообще бы цены бы не было бы. Просто машина для убийства была бы. Ну ладно, надеюсь, мы с вами как-то здесь выживем, проживем еще чуть-чуть. Так, в разносолочку тут, конечно, всех разбросали. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, давай сюда. Так, пока нахлобучиваем. Вот так я сделаю. И под ускоряшечкой меняем. Ё-моё! Давай-давай-давай, наверх! Твою ж налево! Псы, псы меня всегда бесили. Вот серьезно говорю, псы это просто бесяво какая-то фигня. Бегут очень быстро. Появляются, где не нужно, да, как говорится. Так. Мне нужен еще один такой же. Вот на два этажа буквально его поставить, и будет круто. Последняя волна. Ждем, ребята. Сейчас будет трэш. Вау. Сразу прибыло. Со всех щелей. Да ну, серьезно что ли? Хорош. Ну-ка. Надо, наверное, вот так вот поменять. Уничтожитель плоти. Оу-оу-оу-оу-оу, подожди, подожди, подожди. Сюда переставляем. Тут, наверное, вот так вот надо как-то сделать. Фиг его знает, как тут лучше сделать-то.
Вау, ты смотри, что тут происходит. Тут-то трэш вообще галимый. Бамс, взрывы. Пробежала псина. Ай, друзья мои, псина пробежала. Господи, ну как так могло получиться, а? Что псина вшивая какая-то пробежала все-таки, а? Нет, уничтожитель плоти здесь однозначно нужен. Однозначно нужен. Сейчас, смотри, этот зомби выпустит своего ханурика, и мы не сможем его подбить, потому что мы пока будем снимать броню, он уже забежит. Так ведь? Так и получается. И тут тоже трэш какой-то. Да. Нет, я не согласен. Вот на такой я не согласен. 1-16, да, ну брось ты. Переиграю. Но я переиграю это, знаешь, когда? Когда мы с тобой немножко получим побольше. Так, быстро рука. Побольше получим с тобой значков, да? Крутых. Капитан. Нет, нет, ребят. Капитан, это не для меня. Поверь мне. 15 тысяч зарабатываем. Так, и давай тут вот. Ага, ага. Гаджеты. Значки. У нас значков просто тьма тьмущая. Это посмотри. 111 тысяч голды. Ай, давай подумаем еще разок. А во-первых, купим. Во-первых, купим с тобой вот эти штуки. 4 набора. Даже 5 наборов у нас с тобой. 5. Вот этот нам не нужен, получается, так? Так, но он стоит 180, а этот 273. Ну, этот уничтожает броню и хоть немножко наносит урон плоти, а этот не наносит урон плоти. Так что, как бы, убираем его, да? Агент. На ранней игре он очень хорош. Он тоже нам не нужен. Кого ставим-то тогда? Этого, что ли? Вместе. Блин, ну тогда получается все юниты будут очень-очень дорогие. Просто заоблачные цены, ты посмотри. Надо настройку делать. Надо делать настройку. Так. Урон 50, цена 250. Ну, мне кажется, блин, вот тут вот вряд ли у меня что получится. Очень дорого все получается. 250, 230, 297. Как тут быть, я пока не знаю, ребят. Ну, давай смотреть, пробовать. А, тут еще и ворота прибавляются, ко всему прочему. Он сносит броню вообще великолепно. Никаких претензий нету. И наносит урон, но не такой, какой мне нужен. Давай честны будем. Не такой, какой мне нужен. Опа, опа, опачки. А с этим-то как? А с этим-то как быть? Давай проверим. Вот и первый косяк, ребята. Не туда ты его поставил. Давай посмотрим, как он будет, по крайней мере. Да что ты трынькаешь-то там? Давай, давай. Опа, опа, еще кто-то у нас тут. Танк, мечтающий стать капитаном зомби с щитом. Я могу делать это везде. Не получает урона при поднятом щите. Ну, вы что, вот... Что вы тут придумываете на ходу? Не может он получать урона при поднятом щите. Зашибись. Этот-то будет... Да, дуплился. Оу, е, да, оу, е. Ну еще, а как мы ему щит, допустим, объясни мне. Черт, я... Да, ребят, в неком шоке сейчас нахожусь. Да он вообще ур... все, друзья мои. Тут наверняка нужен был уничтожитель плоти. Короче, сейчас я сфейлюсь.
Сейчас я, друзья мои, сфейлюсь. От этого вообще не вижу никакого толка. Даже вот этот, это лучше, чем вот этот вот. Ну-ка, проверим. Проверил, ага. Ну, а с этим будет, конечно, все намного хуже. Он пробежит. Он... А нет, этот не пробежал. Все равно недостаточно урона мы наносим. Недостаточно. Давай посмотрим, уничтожит он эту плоть или нет. Блин, а я агентов убрал, всех тут поубирал. Так, давай-ка иди сюда. Да, он снимает очень отлично броню. Прям вот изумительно. Вот этот чувак мне что-то стал нравиться. Смотри, как он пробивает шокером своим. Урон, конечно, вообще слабый. Урон слабый. Но зато массовый. Да, массовый, причем он пробивает броню, ребят. Медленно, конечно, но пробивает, главное, что. Вот куда вы идете, ну. Давай, наверное, вот так вот поменяем. Так, что у нас тут? Тут лучше, наверное, вот так вот сделать. А этот... Не, ребята, его не берет, нифига. А почему его не берет? Потому что он... Потому что он, ребят, в броне, вот и не берет. Надо с него броню сначала снять. Так получается. После этого только можно его будет попробовать уничтожить. Да. Значит, сначала снимаешь броню, потом его можно будет только подбить. Вот таким вот образом, ребята, это все работает. Другого варианта здесь и быть не может. Вот, пока он там на шипах танцует. Вот, смотри, мы сняли с него броню. Теперь просто вот так вот ставишь уничтожителя. И все, ребята, и сносишь. Вот только таким вот образом можно будет его побеждать. Вот как и здесь. Как и здесь. То есть снимаешь броню. Опять же, он должен быть открытым. А после уничтожитель подключается и... Ну, уничтожитель! Есть. Теперь этого наверх. Ну-ка. Так, вроде бы что-то получается, да? Не так сделал. Вот так надо. Теперь вот так. Ну... Хорош. Эй-эй-эй-эй. Блин, пройдет, чувачок. Пройдет, ребятушки. Да взорвался. Вам надо здесь находиться. Так, уничтожитель, давай. Блин. Тварь вонючая, зашел все-таки, а? Ну ты посмотри. Так, еще один уровень, который нам нужно с тобой перепроходить. Короче, делаем с тобой определенные выводы. Возвращаем. Вместо вот этого берем уничтожителя брони. Без него, я так понял, ну вообще здесь не вариант нам играть. Чтобы сносить броню полностью вот этого вот ханорика. Этот с шокером хорош. Ну что ты там...
30 лет стоит, выжидает своего выстрела. Я офигею, блин. Не, такой вариант меня, ребят, не устраивает. Вообще не вкатит. Не. Нет, я даже не хочу смотреть вот эти все награды свои. Я расстроен. Капитан опять. Нет, никаких капитанов. Никаких капитанов. Так, 52 тысячи это я оставлю. Вот здесь вот прокачаю. Вот эту вот штуку хочу посмотреть. Что значит мина перезаряжается быстрее? Какая мина? Капитан, ага. Так, вперед, ребята. И давайте с вами здесь поменяем. Убираем. И вот этого добавляем, да? Этот чисто сносит броню. Нам нужен какой-то дамагер, который бы нормально так шпилякал именно по здоровью. Жнец неплох, ребята, жнец неплох. И есть вероятность, что он сможет снять сразу чувака с выстрела. Он еще так дорого стоит, блин. Как-то вот удешевить бы его, что ли. 322 энергии. Во, урон повысился на одну единичку, зашибись. У жнеца-то как тут? Вот таким вот пускай образом все будет. В принципе, шеф тоже нас неплохо выручал. У него там что? А, у него два выстрела и крит. 25%. Может быть, шефа нам с тобой оставить, а? А вместо кого? Вместо уничтожителя плоти? Но мы замучимся с тобой без него уничтожать чувака с щитом. Ладно, поехали, попробуем. Поехали, попробуем. Так, ну здесь пока обычный зомби. Ладно, давай поставим жнеца сюда. Понял. Да нет, 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 нет. Трындец, блин, псина сразу выбежала и все, ребята. Мою мину, как говорится, уничтожили. Блин, теперь считаю, что без агента здесь хреновенько играть. Теперь привыкаешь просто, ребят, привыкаешь постоянно к ним. Давай наверх. Тут еще этот шаман. Твою ж налево, я забыл. Я забыл, что здесь все в броне у нас. А этот у нас 180 стоит. Опять не успеем, да? Опять этот ханурик сейчас побежит. Опять этот хлыщ. Ну да, обезвредил мне, так сказать, мину. Ну что вы тут творите, а? Да ладно. Повезло, просто крупно повезло, вот и все. Что-то какой-то разносол у нас пошел с собой здесь. Разносол. Все как-то не так сработало, как нужно. Постоянно какие-то проблемы. Ну, хотя бы так. Хотя бы. Не, ребят, надо переигрывать. Надо переигрывать. Это чушь полная. Так, выйти из игры. Да, выйти из игры. Все очень дорого стоит. И таким макаром мы с тобой далеко не уйдем. Убираем, короче, вот этих вот. Вот этого уберем отсюда. Уберем. Этих мы оставим и добавим агента. Ну, никак без агента, понимаешь? Ну, никак. Снять, экипировать. Пускай будет агент. Ну, вроде бы нормуль, да? Нам не хватает с тобой именно физической силы. Может быть, взять стрелка? А этот что у нас делает, ты помнишь? Отбрасывание. Так, если... Отбрасывание 10%. Торможение. Или вот торможение.
попробуем его взять вместо... Вместо кого? Вместо снайпера или вместо вот этого вот? Да, что-то я... Что-то я совсем, ребята, расклеился. Я даже не знаю, что делать. Серьезно тебе говорю. Вся тактика портится. Все ломается у меня на ходу прям. Так, начинается там бронявый, да? Ну, ладно, предположим. Начнем с простенького самого. Это называется у нас простенькое. Сразу начинают эти псы бежать. Бесявые, ты понимаешь? Вот они меня бесят. Вот именно псы бесят меня. Но снайпер с агентом очень даже неплохо справляется. Так, шаман. Тут надо ставить вот так вот, по идее. Ну? А что ну? Чё ты так броню-то еле-еле там по чуть-чуть его колупаешь-то? Чё? А, это снайпер, ребята, еле-еле там бомбит. У него уже не было брони давным-давно. Так, хорошо. Дальше что? Тут кто пойдет? Такие вот, да, халабуды идут. Такие вот идут халабуды. Здесь надо вот этого, наверное, поставить нам. Хотя нет. Лучше вот так вот. Твою же налево. Давай сюда перемещаемся. И вот сюда. Блин, агент, ну ты как-то долго, очень долго тут думаешь. Так. Зачем он мне здесь? Он мне здесь как бы не особо хорошо нужен. Снайпера, вот. Вот снайпер, да, снайпер здесь будет нормуль. Так, с агентом. Но агент, по идее, нужен даже вот здесь вот. Везде агент нужен, как и раньше, ребята. Придерживаемся тогда старой стратегии, да? Жалко, здесь нет такого юнита, который уничтожает броню у всех на всех рядах. Вот он стрельнул, да, и он уничтожает у всех, кто идет. Тут такого нету. Так, этого мы сейчас быстро нахлобучим. Так, пёся бежит. Так, уничтожитель плоти. Наверное, да, нам нужен здесь будет. Так, эти стоят, прохлаждаются что-то. Перчатку можешь применить, а? Эй! Да блин! Псы эти позорные! Достали, а? Чудом опять успели все это сделать с тобой. Так, агент, фигент. Что нам с тобой сделать? Ну, давай вот так, наверное, поставим агента, как всегда. И к агенту поставим вот этого вот, вышибалу. Пускай бомбит. Вышибала. Так, ребят, еще две волны нам с тобой как-то пережить надо. Как-то надо пережить нам с тобой еще две волны. Каким-то чудом. Так, секунду. Наверное, вот так вот мы сделаем. Опа, 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 опа. Ну. Да давай ты. Фух. Я не знаю, как называется. Это трэш какой-то, ребят. Трэш называется это. Куда ты, гаврик, побежал, а?
А тут еще один. Окей, бомбу все-таки взорвали. Так, ребята, надо быть начеку. У нас две ячейки с тобой, две территории без брони. Ой, без мины. Без мины. Так что давай будем с тобой предельно аккуратным. Так, там шаман. Вот так лучше нам сделать. Отлично. Сюда поставим уничтожителя. Шипы. Так, адреналин я, наверное, пока приберегу. Пока приберегу. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Отлично, тут разобрались. С этим-то как, сможем разобраться? Адреналин включай, ребята. Окей. Ну, ты смотри, что творят, а? Ой-о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 й. Ну, чё за лютость-то такая, а? Давай так, наверное, поменяем пока. На время. Опять этот хлыщ бежит. Ну! Да какого же, блин, кусок ты? Надо будет купить аптечку. Надо, ребят, купить аптечку. И тут еще не легче, да? Ну, тут снесли. О, трындец, ребята. Полковник, да? Полковник должен быть. Надо аптечку покупать. Капитан. Ой-ой-ой-ой-ой, да что ж ты будешь делать-то? А что ж так не фартит-то? Блин, может быть, стену плазмы взять вместо... Вместо чего? Вместо шипов, вместо ловушки шипами, а? Я не знаю, друзья. Вот серьезно тебе говорю, я не знаю. Отряд вроде бы хорош, все. Этот... Блин, этот тоже крутой чувак, но... Со своим ничтожным урончиком... В 5 единиц, он как-то броню сносит великолепно, да, но он суммы вот этой не стоит. У меня вот это тоже сносит броню, правда, не может потом убивать мясо, да. А этот может убивать, но урон детский. Так, ладно, не будем с тобой, наверное, пока засиживаться. Пойдем, наверное, сходим на стадию 48. Попробуем немножко тут побубнить, побомбить. Так, оставляем все как есть. Жнец. Зачем у меня жнец, если я его не использую? Скажи мне, пожалуйста. Убираем его тогда, да? Стартуем. Зашибись, тут еще все этажи мне запороли. Okay. Кажется, лучше всего снайпера ставить на самом начале. Он и урон наносит, он и броню снимает. Он вообще классно бомбит. Так... Есть контакт. Так, мне нужен, наверное, уничтожитель плоти. Или как? Или вот этого поставим с тобой. Видишь, он сносит броню вообще классно. Ну? Твою ж налево, насчет он ускоряется, а? Снесли. Под ускорением, конечно, он бомбит вообще замечательно. Ладно, предположим, мы с тобой отбились. Здесь. Давай агента сюда поставим. Агент под снайпером. Нормально будет. Агент под снайпером. Что ты делаешь? Зачем так сделал? Вот сюда его надо. Доктор Хайт идет. Да? Давай вот так сделаем с тобой. И... Стопе. Меняем локализацию, да? Ну, раскройся ты. Так, здесь вот так мы сделаем.
Так, броню сняли здесь, это понятное дело. И надо вот так еще влепить сюда. Опс. Мажем по полной программе. Уничтожитель, ты будешь бомбить или нет? Тут надо вот так, наверное, делать все-таки. Так выгоднее. Снайпер наносит урон всем, и заодно сразу броню снимаем. Да. Как вариант, так лучше. Прибыл, да? Можно сюда поставить еще и вышибалу. Так, ну здесь понятно, здесь разберемся. Сюда уничтожим. А, вот, у нас есть с тобой. Как его, если что, придержать? Тут вот наверху не очень все хорошо, не очень мне нравится. Так, перчаточка сработала. Че ты там хиляешь? Хиляет он мне. Давай так вот поставим. Бич. Теперь сюда. Блин, здесь два этих чувака. Давай немножко поменяем ролями. Окей. Замечательно, тут все прокатило. Так, еще две волны, ребят. Еще две волны. Почему ставлю агента под уничтожителя? Потому что, ну, уничтожитель не может убить сразу же этого зомби в броне. Поэтому агент наносит броню. Потом уже подключается наш уничтожитель. Вот такой вариант. Угу. Ну, здесь вот так вот надо делать. А здесь вот так, скорее всего. Так, давай смотреть. Сюда, естественно, вот таким вот образом. Наверх ставим вышибалу. Ты дичь в хлам. Ну, куда ты там разогнался, Шитик? Куда ты там бежишь? Угу. Здесь не катит такой вариант. Давай так сделаем. Чего же вы так быстро-то? Стопэ. Наверное, вот так лучше здесь сделать. Уничтожитель, ты что-то меня тут подводишь. Есть. Так, последняя волна, естественно, самая жесткая. Давай смотреть. Надо снайпера поставить. Ребят, надо снайпера. Или вот сюда вот. Или вот сюда. Сейчас определимся, куда его лучше тут влепить. Так, уничтожителя, естественно, сразу ставим там, где он нужен. Окей. Так, шипы, куда тут их поставить-то, я даже не знаю. Ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей, куда ты там бежишь-то? Давай так вот влепим. Ё-моё. Дело дрянь. Хотя справляемся. Хотя справляемся. Так, что у нас тут еще следующий? Поставим сюда, наверное, вот этого. Так, мелкий, ты не добежишь, я тебе не дам. Отлично. Сюда надо уничтожитель ставить, конечно же. А здесь вот так вот. Так, ладно. Ребят, вроде бы, как говорится, все говорит о том, что мы пройдем с тобой этот уровень. Я в это свято верю. Мы обязаны с тобой его пройти. Так, этого сейчас броню сносим. Ну и уничтожитель бомбит. Все. Как ни странно, предпоследний уровень мы с тобой прошли вообще на генерала. Что меня очень сильно удивило. Те уровни не могли пройти, а этот прошли. Ой, ну что, будем эти проходить на генерала или пойдем сразу на босса, а? Что скажешь? Ничего не скажешь, да? Я думаю, надо пройти, чтобы все было по чесночку. Да?
Поехали. Так, секунду. Вот этих вот купим. Две штучки. Чтобы я мог просто тут раскидываться этой энергией. Так, здесь псы, да, по-моему, будут? Здесь будут псы. Причем псы бронявые. Псы будут бронявые, поэтому сразу активируем и вот так вот делаем. Чтобы и наносить и урон, да, и пробивать. Но здесь еще бы не помешал бы мне чувак с ракетницей. Вот, вот, вот здесь вот. Давай, 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 псарню эту бомби мне, главное. Так, снайпер великолепен. Снайпер великолепен. Потом зарядил свою шарманку. Нет, 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 хлыщ, не пройдешь. Так, сейчас опять мелкого своего швырнет. Окей, разобрались. Вот так, наверное, я все-таки рискну сделать. Окей, тут все нормально. Тут тоже должно быть хорошо. Давай его сюда вот переместим. Пес уже был готов выбежать. А он бежит. Правда, с другой стороны немножко, ну да ладно. Так, что прикажешь делать? Да, ну вот так вот выставлять. Так, этот шаман тут еще. Давай вот так вот его будем кромсать нашим снайпером. Вот сюда я поставлю, наверное, снайпера отдельно. Вместе с агентом. Вот. И про шипы не забываем, ребята. Как только откатились, лучше их влепить лишний раз. Они уже лишними точно не будут. Так, и вот сюда, наверное, нам надо где-то влупить уничтожителя. Сейчас посмотрим, как тут пойдут дела. Здесь вот таким вот образом лучше влепить. Куда я его поставил? Не туда немножко. Блин. Стопе. Ё-пар-сете. Что-то немножко не то, да, по-моему. Йоу. Так, сюда, наверх. Блин, энергия нужна. Так, раскромсон. Шипы. Нет, 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 нет. Вот засранец. Ну. Есть, блин, ну все-таки потеряли мы, ребят, с вами. Потеряли мы с вами мину одну вот здесь вот. Так, сюда беги быстрее. Здесь будет кого поставить, снайпера, может быть. Ну как варик. Как варик. Что-то все очень плохо. Все очень, блин, плохо. Я уже не знаю, как уже сайгак туда-сюда прыгаю. Мельтешу, просто мельтешу. Уничтожитель брони. Нет, не нужен мне тут. Мне нужен вот этот вот чудик. Так, ребята, отбились мы еще от одной волны. Ждем следующую. Эй, 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 эй. Только вот так вот сделаем. Последняя волна. Ага. Самая жесткая, да, как всегда. Самая жесткая, самая сложная. Так, здесь у нас вот уничтожителя, может быть, сюда влепить. Смотри, что происходит. Просто бомбическая сила. Бомбят все и везде, кому не лень. Тут мелкий ханорик тут еще бегает.
Так, снайперша одна не успевает, по ходу дела, да? Понятное дело, потому что ей нужно и броню снимать. И все прочее, прочее, прочее. Блин, ты достал уже своих этих мелких говнарей выпускать на меня, а? Кого надо? Давай вот так, наверное, сделаем. Шипы. Здесь как-то все не очень хорошо. Так, ну по крайней мере никто, ребят, пока не прошел. И это последняя волна. По-моему, мы прошли с тобой на генерала, как я и обещал. Тактика работает, слава богу. Все-таки, ребята, если тебе дают нового юнита, когда тебе двух юнитов дают сразу же, бери лучше одного. Мы знаем прекрасно, что этот чудик у нас пробивает неплохо броню, плюс минимальный урон наносит все-таки мясу. В отличие, например, что там скоростной пояс? В отличие, например, от вот этого. Он может сносить броню, но урона мясу, телу, да, он не наносит. И как бы комбинировать надо. И, ну, естественно, хорошо, что у нас есть с тобой дополнительные билеты на энергию. Так, что мы тут с тобой заработали? Что-то можем получить. Один билетик. Ой, одну медальку. Одну медальку, и она у нас всего лишь одна. Честно говоря, я не понял насчет вот этой мины. Вообще не понял. 52 тысячи голды у нас с тобой есть в кармане? Да, давай пройдем, наверное, стадию 47. Также нам нужно выкрутиться. И вначале купим с тобой билетики. Да? На набор энергии. Командочку, наверное, оставим такую же. Поехали. А, тут же у нас метро. Тут с метро будет все дело. Так, открываем сразу же эти окна и смотрим. И смотрим. Так, этот-то броню сносит, а нам нужен теперь... Ё-моё. Фигня какая-то. Фигня какая-то получается, ребят. Да блин, ты серьезно сейчас, что ли? Так, ладно, тратим. Тратим билет. Сюда надо помощь ставить. Ну, в плане. А он же в броне, да? Он же с броней вначале идет. Ну, конечно же, ё-моё. А я сижу там, выжидаю, почему мы его бомбануть не можем. У него же броня вначале, потом такой уничтожитель делается. Вот так косяк, друзья мои. Вот так косяк. Так, что тут, блин? Все, разорвало его. Так, отлично, ребята. Давай сюда подрывника. Опа, опа, опа. Естественно, этого нужно сразу нахлобучивать. Все. Так, под агента ставим, да? Точнее, под нашего стрелка ставим агента. Здесь вот так вот влепим. Тратим билет. Снайпер мне нужен. Вот сюда вот я его поставлю. Так, а тут бесполезно. Тут надо через уничтожителя, ребят, только сносить его. Конечно же, как всегда, ворота. Ворота, ребята. Так, мы сделаем с тобой вот так. Помнишь, у нас была одна команда. Уничтожитель стоял вместе с броневиком, который снимает броню. Так, давай, раскрывайся. Выстреливай. Тыч. Вот так вот. Я думаю, что эта команда нам пригодится также в дальнейшем. Ага, вот здесь меняем. Тут очень много будет, кстати, вот этих скелетов, я вспомнил. Тут будет много скелетов. Поэтому что? Ставим, наверное, побольше уничтожителей с тобой. Окей. Так, сюда бы еще снайпера бы, наверное, было бы не... Так, погоди. Хотя бы так, хотя бы, ребята. Поехали вниз.
Видишь, вот этот вот хороший, он уничтожает сразу броню ему. И все. Потом его просто добиваем. Так что вот эта команда всегда должна быть. Это имба. Броню сносим. Уничтожаем тело. Пробиваем, если что. Да, это будет классно. Фух. Так, вот в этой команде чего не хватает нам? Броню снимаем, уничтожаем. Дамага. Нам не хватает здесь дамага. А дамаг это кто? Кто? Снайпер, ребят, кто еще у нас по дамагу, естественно. Ах ты! Ворота сработали, блин. Тут два скелета прут. Так, шипы работают пока. Стопы, 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 стопы. Что тут происходит-то? Так, сюда. Вот так вот. Блин. Что за приколы? Эй! Блин, одну мину, ребят, потратили. Ну, надеюсь, только одну мы с тобой здесь потратим. Надеюсь на это. Кто тут сейчас пойдет? Окей, ладно, ждем, ждем, ребята. Вот сюда снайпера надо поставить, наверное, да? Сюда уничтожителя. Нет. Или да? Да, уничтожителя. Ставим вот так вот. Ну да, как я тебе и говорил, здесь слишком полно. Очень мощных солдат, ребят, этих. Давай так сделаем. Перчаточка. Так, броневик, броневик Потемкин. Вот сюда надо нам ставить. Окей, давай, 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 скелет, хлыщ, да отдуплись ты. Так, а здесь-то у нас что? Здесь все отлично. Тут два скелета. Так, один, в принципе, сейчас уже активируется. Так, второго сейчас тоже нахлобучим. Активируется. Видишь, он еще какое-то время в неуязвимости идет. Все, ребят, прошли. Прошли мы все-таки с вами этот уровень на генерала. Я этому очень-очень рад. Пришлось, конечно, потратить билетики. Но без этого никак. Без этого никак. Хочешь быть генералом, трать, как говорится, энергию. Фух. И заходим. Это зачем мне сюда идти-то? Значки. Ну давай посмотрим, ребята. Блин, значков тьма тьмущая. Просто тьма тьмущая. Давай-ка мы снимем и экипируем. У нас же все время новенькая появляется, поэтому нам приходится вот так вот делать. Окей. Снайпера. Снайпер чисто идет на дамаг, да? На дамаг и на скорость. Но это правильно. Я бы тоже, наверное, так бы делал бы. Ох ты. Раньше он стоил по энергии дешевле. Теперь ему стали ставить усиление урона почему-то и скорость. Хм. Я нисколечко не против, ребята. Потому что у нас с вами босс. И этот босс, мне что-то кажется, будет самым-самым лютым. Потому что он, наверное, последний. Ну что, друзья мои, стартуем. Все этажи, как всегда, заблокировали мне, да? Давай смотреть. Кто тут у нас? Ну, давай начну со снайпера. Ага. Тогда вот так еще сделаем. Тогда сделаем еще вот так вот. То есть уничтожитель брони плюс верный дамаг. Это то, что нужно. Первый поезд уехал. Да и фиг с ним. Пускай катится. Мы с тобой пока... Ага. Так, давай отрядик этот сюда переместим с тобой. И сделаем с тобой вот так. Этот в броне же у нас, да, в маске это. Всегда с броней. И поставим к нему
вот этого нашего уничтожителя. Это будет идеальненько для нас. Вот так вот, пока мы с тобой тут пошуршим. Опа, опа, опа. А, псина. Псину мы уничтожим. С этими тоже пока разберемся. Так, что? А, он еще в откате, ребята. Сейчас будет сложно. Сейчас будет сложновато. Так, пока вы там расслабляетесь, иди сюда вниз. Шипы. Так, агент ему здесь не нужен, потому что он сам справляется неплохо с броней. Так, а, ну это понятно, это девчуля у нас черлидер. Давай поставим снайпера, чтобы наносить дамаг. На каждом этаже по шипам влепим. Так, еще два этажа нужно как-то сформировать. Что не так все просто и легко. Тынь-дынь. Сюда бы вот уничтожителя бы нам. Но я сделаю вот так вот. Окей. Тратим. Энергия нам нужна. Давай, давай, командос. Вот сюда вот поставим его. Смотри, смотри, бегу, бежит, бежит. Разогнался, разогнался. Он, кстати, все быстрее и быстрее набирает темп. Именно в беге. Сюда вот снайпер, наверное, был бы великолепен. Внимание, ребята, босс. Твою ж налево. Ядрёно, вот что, посмотри, какой. Что он делает, почитаем. Гаргантюа, универсальный человек-зомби в финальной форме. Обладает силой всех предшественников. 35 тысяч хп. Как вам, ребята, такой вариант? Обладает способностью всех зомби, которые были до этого. Делай выводы, что это будет просто жесть. Я уже сделал выводы. Так, давай, наверное, сюда поставим уничтожителя брони. Перчатка Таноса, окей. Так, ребята, вы наверху. Слушай, а что так быстро двигается-то? А? Смотри, как он моментально продвигается ко мне. Ты завязывай давай, Гаргантюа. Блин, я... Секунду, 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 я дай подумать. Вот так, наверное, лучше делать. Нам нужно здесь урона наносить колоссально ему, понимаешь? А не смотреть на него тут, любоваться. Что? Что сейчас было? Чего? Он просто выстрелил и снес. Он уничтожил просто моих бойцов всех. Вот что тебе скажу. Выстрелом. Че тут-то, блин, дела не делаются, не пойму. Эй! Ты хорош, эй! Блин, опять... не, ребят, это какой-то трэш. Я не знаю, ребят, это как это финиш. Это просто финиш. Он сейчас просто выстрелит в мой отряд и все, да? И они опять у меня упадут.
А как определить, когда он собирается стрелять, чтобы я мог хотя бы... Нет, нет, ребят. Это чересчур, по-моему, круто. Это чересчур круто, и я... Я не знаю, что здесь сделать. Тут нужны все. Тут нужны все. Неужели фейл, а? Ну это подло. Это подло, что вот этот вот хмырь, он мало того, что он все делает, что остальные все до этого боссы делали, так он еще и уничтожать может. Чтобы его пройти, нам нужно с тобой очень много финансов. Я имею в виду именно на энергию. Ты прикинь, вот ты вот сюда выставляешь дорогостоящих юнитов, да? А он их просто уничтожает. Вот и все. Повторить главное. Как тут повторить, если у тебя денег нету? Так, ребята. В общем, с вашего позволения, я пока закончу. Мне надо будет очень много-много пофармить голды на прохождение пройденных уже уровней. И покупать очень много энергии себе. Именно билетов на энергию. Потому что ты сам прекрасно все видел. Один билетик, это один юнит, грубо говоря. Потом он уничтожает их всех. Но пройти его все-таки реально будет. Немножко надо будет постараться, и мы обязательно его пройдем. А так, конечно, босс какой-то имба. Может быть, первое мое мнение, потому что я как бы не ожидал, что он так делает. Все-таки большую часть здоровья мы с него убрали. Потом, как ты понимаешь, у меня уже прошли финансы. Точнее, пошли проблемы с энергией, с финансами и сфейлились. Может быть, надо будет еще подумать насчет гаджетов. Либо временно приостанавливать всех зомби, прокачивать, либо щит. Но адреналин в любом случае я ставлю. Вот насчет перчатки как-то немножко сомневаюсь. И насчет ловушки с шипами. Надо что-то тоже подумать. Вы, кстати, можете мне написать в комментариях, что бы вы сделали. А может быть, кто-то уже и прошел. И каким отрядом, пускай тоже мне напишет. Ну, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.